национальный чемпионат, то есть она... Не вставая со школьной скамьи, прямиком в профессию. Именно на это нацелен проект «Путевка в жизнь». В рамках этой программы ежегодно тысячи школьников Подмосковья осваивают профессии от швеи и повара до слесаря и собаковода. Однако еще 3 года назад все было по-другому. Идея пришла губернатору еще в 2018 году. С 2018 года мы стали первой площадкой, которая приняла 200 школьников на 5 профессий. Первые школы, которые с нами начали сотрудничать, это 10-я, 4-я, 8-я и 1-я. В 2021 году путевку в жизнь обрели уже 450 школьников по 9 профессиям. В каждом направлении специальная комиссия определяет лучших учеников, которые будут удостоены финансового гранта. Отбор финалистов жесткий. Критерии достаточно серьезные. Это конкретно уже те навыки, которые ребята могут применить на предприятии, на производстве. Стандарты WorldSkills, то, о чем мы слышим каждый день, да, соответственно, это уже конкурсы профессионального мастерства. Реализация такого масштабного проекта невозможна без поддержки местных предпринимателей, ведь именно на базе их предприятий еще не оперившиеся школьники превращаются в юных специалистов. Не будет кадров, не будет предприятия. И поэтому то, что уже 4-й год подряд руководители предприятия выделяют денежные средства победителям, это говорит о том, что они очень прекрасно понимают, что именно благодаря вам, благодаря вашему умению, вашему труду будет процветать их предприятие. В 2022 году путевка в жизнь будет продолжена в уже сложившемся формате. Однако этот губернаторский проект достаточно перспективный, и с каждым годом к нему присоединяется все больше предприятий и участников. И уже с 1 сентября мы принимаем 350 ребят, плюс добавляется у нас 3 новые профессии. Профессии, связанные с аэропортом Шереметьево, это агент наземного обслуживания, это бортпроводник. В конце церемонии награждения было подписано соглашение о социальном партнерстве между Дмитровской торгово-промышленной палатой и Институтом непрерывного образования.